Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам 3D Texture Pack для Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, после установки данного Texture Pack наш Minecraft превращается в 3D режим. Ну, довольно выглядит прикольно. И я давно хотел вас спросить, как вам нравится, чтобы я начинал видео? С главного меню? Или чтобы видео начиналось так, как я делаю сейчас. То есть видео начинается со скина. Или какой-то другой вариант, который вы предложите уже в комментарии. И меня здесь очень интересуют баги. Вот, к примеру, у сынки уже нету пятачка. Как видели, у коровки, я не знаю, нету. Точнее, есть два пятна, что меня очень настораживает. И здесь, по идее, довольно много багов, которые не больно заметны, но и с другой стороны, можно сказать, и заметны. Вот. Ну вот так примерно выглядят эти блоки в режиме креатива. Вот. Ну, сейчас, наверное, многим охота посмотреть на двери. На двери выглядит у нас примерно вот так. Ну, да, и вправду Майнкрафт превращается в какую-то 3D-игрушку. Блоки становятся маленько объемными, но, если честно сказать, то над этими текстурами мало посидели, поработали, так как видно их неоплошности. Есть рисованные текстуры с текстур пака Findwall, да? Вы заметили эту листву, которая точно срисована с этого текстур пака, возможно, даже просто была взята и скопирована в этот текстур пак. Ну, я не буду осуждать этих разработчиков, ну, просто все очень похоже. Но их не главный плюс, что они изменили даже лаву. Лава стала просто прекрасной, что меня очень сильно удивляет. Смотрите, как она растекается, как она выглядит. Это божественно. Просто нет слов. И, как видите, вот просто, вот, не знаю, красиво. Но листва меня очень тоже настораживает. То, что она очень похожа на текстуру пака Findwall. Ну, может быть, это совпадение, может быть, нет. Ну, я на этом закончу. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.